Всем доброго времени суток. Снова с вами я, Анжела Каминская, дорогие мои телерадио и видеослушатели. Каминская сегодня выступает у нас по кошерной еде или диетической, не знаю, какая это из них какая. Что это у тебя за еда? Это блинчик с сыром и грибами. И как оно? Вкусно, но не соленое. Так как я и просила, потому что я не ем соль. Да, ну а мы на самом деле, чтобы вы представляли, находимся в месте, которое называется Андорра. Как это ни странно, кто не верит, могу показать. Вот сейчас мы перейдем... Мы перейдем сейчас в Фосквей, ближайший, да? И попробуем зачекиниться. Никакого, как его там, обмана, да? То есть как бы Михайло здесь, он в Валенсии. А Михайло в Валенсии. Вон аппетит. И... Вот, смотрим, видите, инкамп, вилла, центр виллы в 113 метрах, отель Париж. И мы вот в ресторане Эль Сирано. Господи, если бы я сразу прочитал название этого ресторана, я бы не пришел, да. Вот такой вот ресторанчик, достаточно уютный, пусто, потому что я так понимаю, что в Андорре люди появляются только зимой, да? Они на лыжах проходят весь этот путь трудный. Вот мы сейчас сделаем чекин. Чекин. Вот так вот. Не нажал? Нет, не нажал. Ну, если не нажал, тогда Каминская меня будет снимать. Угу. Всем привет. Ой, да тебя так падает этот вот, как будто расцветка. Знаешь, как будто ты себе сделал. Помнишь, как ты делал это, тигра на лице? Сейчас да? У тебя такая же история. Круто. Оттуда падает, да? Угу. А может, это мое истинное лицо? Да, может ты это... Так. Что? Тебе тут какая-то девочка пишет. Инна. Это, которую мы купили. Инна все. Это, которую мы купили. Так, ну, наверное, вам интересно, что же заказал Игорь. Нет, это не шаурма. Это вот такая вкуснотища. Миша, Гладченко и Маричка уже с нами это ели в Испании. Где мы были? Мы в Сан-Себастьяне. Каком, причем здесь Балатон? Там мы ели. Мы в Сан-Себастьяне ели, да. А по-моему, мы на Балатоне нет, ели. Нет, Балатон вообще в Венгрии. А, да? Да. Извините. Вот. Да. Тут куча всяких вкусняшек, которые я сейчас буду отбирать у Игоря. Да, поэтому... это такая вот, это самое. Курицу не бери. Курица моя. Это вот такая вот микс всего этого, которая состоит из риса. Сейчас я попробую, насколько удался рис. Ну, судя по тому, какой толстый повар, то должно быть вкусно. Ну как? Отлично. Ну, вчерашние омары с осьминогами вкуснее были, но... Ой, я вчера, когда ела этот суп с осьминогом, я постоянно боялась... Ну, там же всякая хрень плавает, и думаю, господи, если сейчас будет вот эта вот липучка, я блевану. Я блевану. Я так, почему-то такая слабенькая. Открою страшный секрет, она чуть не блеванула сегодня, снимая видео. Да, я так боялась, ребята, вы не поверите. Настолько меня укачало, я уже в конце, если вы увидите, услышите, я уже там еле разговаривала, либо вообще молчу, потому что... Все, когда Игорь сказал, там девочка остановилась, она блюет, я уже просто зеленая, из последних сил нащупала там себе бутылочку воды. Думала, господи, хоть бы так, не запороть кстати, видео. Там. Поэтому сейчас не обижайте, в нашей семье всегда такое, это нормально. Ну, блюет кто-то. Игорь! Ну, главное, что видео, как там, это целости... Салфетка, это не салфетка. Это... Целости и сохранность. А нам салфетки не дали? Нет, зачем нам салфетки? Мы же люди аккуратные. Я пью пиво. Это, кстати, для тех, кто пишет видео в комментах, вы что рекламируете, вы что... Мы это даже, реклама. Мы лейбочку пива отвернули, чтобы вы не знали. Нет, это 1664 знаменитое французское пиво. Главное, что тебе вкусно, да? Мне вкусно. И пиво является таким же составляющим нашей жизни, как и хлеб. Да. А почему? Потому что пиво – это жидкий хлеб. Вот я сейчас беру теперь твердый хлеб. А вообще, для всех комментаторов там спирта и так далее и тому подобное, наркотиков. Некоторые пишут, что я свои вебкасты записываю под действием наркотических средств. Неправда. А я вообще там это живу в этом такое, мире. Это просто такое расширенное сознание. Так вот, хочу сказать одну очень важную фразу. Я у кого-то из великих вычитал. Пошли в жопу. Нет, это другое. Если собака лает, караван идет. Это тоже. Ну, не важно. А я хочу сказать, что
нельзя рекламировать еду. 100% людей, которые принимали в еду пищу, умерли. Умерли, точно. 100%. Или в пищу, еду, не ладно. Запомните, 100% людей, принимавших в пищу еду, умерли однозначно. Все. Поэтому вот такое. Ну, всем бон аппетит, мы начинаем, приступаем. Кто будет в Европе, особенно в Испании, в Италии, ну, больше в Испании. Это та штука, сковородка риса, я не знаю, на чем его зажаривают, где внутри, в рисе, кроме овощей, еще находится мясо курочки, это кольца кальмара, это креветки, и все это прожаривается, и, понимаешь, получается очень-очень вкусно. Правда, оно обычно в два раза дороже, чем шаурма. Ну, мы просто нашли ближайшие, которые... Очень много здесь баров, да? Да, но вот бары почему-то... нам не нужны. Мы хотели поужинать. Покажи, Encamp, он светится, кстати, наверху аж база. Вот, видите, где мы сейчас находимся? Очень красиво. Завтра мы пойдем гулять по городу. Вон старый город там, покажи. Там видно, сбежал вас? Мне не очень видно. Ну, завтра мы, короче, пойдем туда. Завтра будет видео. Итак, у нас видео по еде. Игорь Валерьевич уже доедает мою половину, хотя он об этом еще не знает. Ты ешь, а давай я тебе свое, блинчик невкусный, а ты мне свое что-то вкусненькое. Не, вот. Что нет? Ты в ЗАГСе говорил вот делиться. В ЗАГСе этого не было. В ЗАГСе ты говорил, всегда буду в горести и в радости. Так вот, давай я к тебе вот приду. Я сейчас тебе разделяю твое горе сейчас. Поэтому... А можно я помогу тебе разделить твою радость? Нет, не знаю, радость. Давай так, горе вместе, радость пойдем. Каждый день. Тогда, когда я куплю в следующий раз арбуз, я его ем без тебя. Да запросто, ты постоянно это делаешь, пока мне, будто я не знаю, куда уходят все семейные деньги, пока меня нет. Блин, ты это идешь, Bluetooth сдал меня. Ты идешь в ближайший Lidl или Tesco и покупаешь там. Пойдем сейчас арбузы по 50 центов? 59. Наверное, уже дешевле будет. Ладно, Игорь, ты вот нарочно так, да? Это называется отвлекающий маневр, когда я держу камеру, болтаю, а ты ешь в этот момент. Вот. Прощайтесь, да. О великий мой. Итак, паэлья. Рекомендуется. Вкусно, полезно. Поедание. Будете сытно. В торговых городках или еще где-то. Обязательно пейте. Попробуйте. Ну и шаурму тоже не забывайте. Блинчик не берите, он фиговый. С вами был Игорь Шаститко из бара Цирана. Цитрано, который находится в Энкампе. Горнолыжный курорт в Андорре на высоте примерно 1000 метров. Смотрите другое видео, как мы туда добирались. Мы удачи. Вас любим. Да, удачи всем, счастливо. Не Вики забудь нажать на середине кнопку. Сюда? Ну да. Все, пока-пока. О, 8.08, пока-пока. Нет, вот сюда вот.